Здравия всем, вы на канале Марка Елена Дергетти. Мы продолжаем прогулку по Малаге. И мы с вами видели сбоку вот этого персонажа, бронзовая фигура. 70 лет он проживал. 1805 год, 1875. Ханс Христиан Андерсен, сказочник. Вот такой вот сказочник. Я такая: Маркус Дали. Говорю, пойдем посмотрим, кто это. Он так подошел, имя почитал. Говорит, имя мне что-то говорит, но я не помню, кто это. Я говорю, я тебе сейчас скажу. Я говорю, это сказочник, который писал детские книги и сказки. Он говорит, точно, точно. Сейчас ты мне когда напомнил. Вот такой он хотел автобус. 50 евро. Сейчас посмотрим, куда мы пойдем. Поедем, вернее, на каретах. Вот так вот люди одеваются. Все по-разному. Как я сказала в предыдущем ролике, что люди, которые здесь проживают, но они находятся, конечно, не в центре, что они будут здесь делать. Это для туристов. Так возраст, что у нас на этом, на лайнере? Возраст совершенно у всех разный. И молодой, и средний. И, как говорится, как мы пожившие. И уже будучи во взрослом, в зрелом возрасте люди. Паля-лумбра, дямо ведере, дямо кедере. Pero non è quella prima vecchia, guarda, c'è cosa, però piccato, è arrabbiato perché ha preso quello. No amore, non è quella prima. Litigando perché gli ha preso prima. А что ты, а он хочет, наверное, чтобы мы сели, его взяли. Ты хочешь, чтобы мы поехали с тобой? Ты хочешь, чтобы мы поехали с тобой? Ты будешь нас возить? Он понимает по-русски. Или ты не хочешь нас возить? Вот эта старенькая лошадь, 14 лет ей. Quattordici anni questo cavallo, quello primo, però non è tanto bello, cosa si chiama, caretta, questa caretta più bella, anche questa, però 4 persone, 30 euro. Due, uguale, sempre uguale. Ah sì? È per tutto. Vamo la visita? Parli italiano? Pochito, ma pochito. Se noi siamo due, quanto costa? È che vale uguale. De una a quattro persone 30 euro. 30 euro. Marco, guarda, questa carretta è bella. È museo di Malaga? Тут же нужно смотреть. Арка Саварове. Лошадь на, нас так кивала, кивала. А этой лошадь помоложе. Она, по ходу дела, всем кивает. Ну что делать, что делать? Что делать? Сейчас муж будет выбирать. Он же платит. Кто платит, тот и девочку танцует. Малуй парли итальяно. Короче, дяденька шумел, потому что он был в первых рядах, а тут по очереди, оказывается. Ну вот, карета вроде нормальная, лошадь вроде... Quanti anni tuo cavallo? Это тебе 12. Tu come ti chiami? Giulio, Giulio. Giulio, fa piacere, Giulio. Non arrabbiarti. Il cavallo si chiama Cioccolate. Cioccolate! Ой, шоколадка у нас. Non abbiamo cioccolato. Ну что, друзья, поехали. Та нам кивала-кивала, но карета у них более такая древняя какая-то.
Да, это Лосато. Он говорит, Марко говорит, то, что мы сели к нему, он не в обиде. Короче, 30 евро, 4 человека. Хотите по столько, 4 человека. Хотите 2, 30 евро. Ну, поедем. Мы помчимся на лошади ранним утром. Вот Марко, видишь как, раз ему. Он удобно. Центр. Кафедрали. А, барокко! 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 1500. Да, 1500 барокко. Va bene, va bene. Ti ho detto non so cattedrale. Ok, ok, ok. А io ho detto romano. Барокко. Смотрите, какие кактусы. У меня такой кактус умер, друзья. Я его посадила, он не пережил. Я его и домой забирала, но все равно как-то я его не очень за ним следила. Слушайте, но мы на этой стороне не шли, а шли по той стороне. Кактусы мы не видели. Он сказал, откуда мы тронулись, это центральная площадь Малаги. Как se chiama piazza? Марк уже не помнит, что-то там рыбацкая какая-то площадь. Ну это, знаете, вот сейчас мне показалось, так он назвал. Смотрите, какие фонари здесь. Мы ни разу не брали карету. Ну вот, видите, взяли. И я не жалею. Почему? Потому что хоть так цок-цок-цок. А, древнее строение кафедрального собора. Да, потому что они же строили сперва вот эту часть, потом пристраивали, и вот в итоге все построили. Обратите внимание вот на эти балкончики. В одной и той же квартире балкончик есть. Пристроенный. Старый район. Okay. Исторический. Sì, мы туда с вами ходили в той серии. Ой, смотрите, какие пальмы. Amore, guarda che palme alte. Хорошо ухоженные, друзья. Che palazzo è questa? Palazzo della Duana. Questa è la vecchia Duana del Porto. Догана, ты дичь, а? Границ, пограничник. Си, си, окей, окей. Арривала, через порт, Догана. Догана, пограничники сидели в этом палаце 1500 лет. Сейчас музей. Слушайте, смотрите, как тут зелено. И как мы с вами видели в предыдущем видео, что здесь есть какие-то грызуны семейства. Что я с голубем спутала? А, ну хвостатая. Университет. Университет. Лошади 12 лет, зовут Шоколад. Не помню, я вам сказала или нет. Университет де коза море, квали? Де Малага, да. А, де Малага. Университет. Банк Испания. Dove ci sono i milioni, i milioni. Money, money. Questo è il municipio. Ah, municipio, che bello. Какое красивое муниципио. И банк красивый. Sì, sì. Sì. Один километр для прогулки. Sì. Siamo usciti prima. Значит, друзья, здесь сидит governo qua. No, municipio, la casa comunale, come la nostra di. А, у нас в округе. Solo che un po' grande. Comuna. 10 volte. Администрация. Ну. Amministrazione, да. Эй. Castello del Gibralfaro. Sì, sì, sì. Troppo lontano. Туда мы не с вами не зашли, потому что мы ошиблись лифтом. Castello di Gibraltar. Ой, Castello, господи. Фару. Кто это? Маяк. Маяк гибельтерийский, блин, не выговорю. Гибельтера, да. Ин итальяно Гибельтера.
Ой, друзья, красота. Я не пожалела. Amore, ti piace sul cavallo? No, cioccolata. Amor, che говорит, возьмем. Faccio il giro di... Аямонте. Аямонте. Марка говорит, давай возьмем тоже карету, я буду делать такую работу. Я говорю, тогда нам придется содержать еще и коня. Обратите внимание, почему трава не растет. Они тут все подпахивают. Корни наружу, это не очень хорошо, потому что растения могут погибнуть. Обратите внимание, как стригут вот эту стену. Видите дырочки? Как будто это живой. Живой замок. Вот они, кареты. Видите их сколько? Он ругался, потому что кто-то впереди него ходил. А он типа, я хороший, а меня никто не берет. Ну вот мы его взяли. Дядьку обиженного. Я говорю, а нас, наверное, он потом этим кнутом побьет. Что-то он, говорит, так сильно обиделся. Он в плохом настроении. Он говорит, нет, нет, нет. Dove si può comprare sandali, scarpe? Questa è la via principale. Sì. La via principale è super commercio. Sì. È peatonale. Ah, dove abbiamo preso cavallo? Così sì, passato? Sta prima. Sì. Al lato del cavallo. Marco спрашивает, где можно купить сандали. И он показал, что нам в другую сторону. Когда приедем, пойдем туда. Вот где мы попили пиво с бутербродами. И дальше туда, по этой дороге, там есть, он сказал, много магазинов. Музей, музей, да? Музей. Патримонио муниципале. Музей коммунико. Музей коммунальный. То есть историческое место. Фонтана. Три грации. Tre grazie, tre grazie. La piazza del generale Sabino. Три грации. Вот что обозначает на итальянском грация. Грация благодарность, если перевести с итальянского, а с испанского не знаю, три грации. Наверное, то же самое. Три благодарности. И они три девушки там похожи. Смотрите, какие здесь вот тоже ажурные ковка. Может быть, это не ковка, а литье. Мне все-таки слово больше ковка нравится. Киоск журнальный. Дяденька с бородой, с двумя собачками беленькими. Ну, они как бы беленькие, но совсем не беленькие, желтенькие. Del faro. Del faro, sì. Questo è il puerto deportivo. Sì, siamo arrivati con la nave, noi. MSC. MSC là. Nave, nave. Questo è fuori. Sì, sì. Il puerto nuovo. Sì. Questo è il puerto deportivo. Ok. Questo è il Museo Pompidou. Ah, Pompidou? Questo è francese. Museo Pompidou. Di Parigi. 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 Что он здесь делает? А, он сказал, это паром, который ездит в Марокко. Паром, паром, ну, нави. Трагетто. Вот этот он сказал музей. И вот это вот сказал музей. Ну, то есть вот это оно все под низом. Французский музей. Но музей. Обратите внимание, реконструкция идет. Реконструируют вот это старинное здание. Сделали им окна пониже. Надставили кирпичи для какой цели. Чао! Мы abbiamo pagato di più, andiamo più veloce. Чао! А испугалась тетенька, что мы колесом зацепимся. Я бы тоже испугалась. Ну, додичь. Смотрите, детская площадка какая. Me gusta mucho. Можно
Andiamo prossima volta qua e andiamo in Marocco. No, grazie. A vedere solo, mica abitare. Я говорю, если мы приедем сюда жить, то можем ездить в Марокко хоть каждый день на кофе, на пароме. А он говорит, нет, спасибо. Я говорю, один раз можно съездить. Нет. Обратите, какая ковка у всех вот красивая. Чем мельче, тем больше. Он нам все про кафедральный собор рассказывает, что там есть торы. Ой, эти... Лежачие полицейские. Угу. Холодочки прям вообще так освежает. Сегодня 7 октября. 8. 8 октября. Смотрите, какие фрукты тут висят на кустиках. Да крупные, чуть ли не с кулак. Я ни разу не видела. Ну, раз никто не рвет, значит, они несъедобные. 26 градусов. 26 градусов тепла. Просто прекрасно, жизнь удалась, друзья. Я вам рекомендую путешествовать. У кого не получается, вот мы приехали к фару, то есть маяк. Играют волейбол, баскетбол здесь. Вижу и корзины баскетбольные, и волейбол сеткой, и футбол, и теннис. Улица пляжа Малага. Малагета. А, маленькая. Малагета. Малагета. А, это военная здесь резиденция. Ну, то есть вот эти построенные для какой-то военное что-то не то охраняет, не то живут. Может быть, и живут охраняют. Говорит, наверное, лошади дал этот острый перец. Он говорит, то, что здесь залив. И вот это Коста, берег. И с этой стороны, откуда мы выехали, Коста. И вот такой пляж. Люди, смотрите, загорают, отдыхают. А мы костюм не взяли, твою мать. Море, но на бьяма костюма. Джинтов, оно баню. То есть мы купальники не взяли, я вам говорю, костюм. Костюмы, друзья, купальники. Типа трусы, лифчики. Ой, они там у них эти. А, домики прям. Bene, bene. Okay. 8 октября люди на пляже купаются. В Италии даже такого нету. Ну, только, может быть, на Сицилии такое. Ну, 26 градусов тепла, друзья. Ну, чудо-чудо дивное. Amore e voglio vivere qua. Eccolo, guarda. Guarda. Так, мы встали. Вам показываю, где у них там... Они сделали себе домики. Гнезда, друзья, им же где-то надо жить. Мучу. На пляже, он говорит, очень дорого апартаменты. А кому мучу? Кому? Кванта? На пляже, говорит, очень дорого стоит апартамент. А Марка не захочет без вида на море. Ну, если только где-то там вдали на горе. Друзья, пишите нам, конечно, комплименты. Уже 20 минут прошло. Я вам желаю здоровья. Долгих лет жизни, путешествий. Все, что вот денег побольше. Вы ни в чем не нуждались. Говорит, наверху, наверное, никого нету. Мы начнем занимать здесь какое-нибудь жилье. Какой у него голос. Ужас. В общем, ставьте лайки.
и пишите нам комплименты.